Здорово всем, дорогие друзья! Это будет очень интересное видео на вот такую жизненную тему. На тему того, как меня наебали на деньги, ну, при устройстве на работу. Ну, то есть, это не классическая история в стиле, там, устроился на работу, там, и не выплатили зарплату. Ну, такое, в принципе, можно увидеть часто. Это будет история еще более ебанутая, ну, потому что я, ну, расскажу о том, как меня наебали еще до, ну, того, как я устроился на работу. Ну, то есть, это вообще там полнейший, ну, пиздец. В общем, дорогие друзья, несколько лет назад, ну, когда он познакомился с женой, вот, ну, и она жила в другой стране, вот. Она жила в другой стране, и до этого я никогда в жизни не работал. Ну, то есть, сейчас там многие напишут, ну, бабараб там, ну, кукол, ну, потому что устроился на работу, ну, ради того, чтобы там, бля, обеспечить жену. Ну, в общем, дорогие друзья, и вот мы начали встречаться с женой, вот, и, естественно, я во все времена был абсолютно нищий. Ну, то есть, на тот момент мне было где-то 28 лет, ну, то есть, это было или в 2017, или в 2016, я не помню. И вот мы начали встречаться, а, естественно, ну, без денег вот жить невозможно. Ну, то есть, всегда должны, ну, деньги быть там, даже банально, чтобы, бля, не знаю, там, на билет в автобус, нахуй, в маршрутку, вот эту, в метро, во всю хуйню. И, естественно, я на тот момент, ну, принял, ну, решение устроиться на работу, устроиться на работу. У меня вообще большие проблемы с этим, ну, потому что даже на начальном этапе нужно там взять вот это, ну, в интернете или лянуть объявление, ну, почитать там. И самое страшное для меня, вот, хикана социофоба, там нужно, ну, позвонить. Вот я не понимаю, ну, почему там до сих пор не придумали, ну, какие-то, бля, там, запись на собеседование через интернет. Ну, то есть, ну, ну, такое есть, ну, только, ну, как правило, там, вообще в немногочисленных, ну, компаниях, ну, когда ты чисто там вел свое имя, фамилию, и тебе там даже не человек звонит, не вот эта секретарша там, а, ну, тебе, ну, просто чисто смс приходит, ну, когда вам, ну, прийти, чисто все, без каких ебанутых звонков, без каких-то там ебанутых допросу, там, ваша фамилия, то есть, учитывая, что я заикаюсь, для меня это вообще вдвойне тяжело, то есть. И, в общем, дорогие друзья, так как это было в другой стране, вот, не в той, в которой я родился, естественно, для того, чтобы устроиться на работу, ну, не то, что там нормально, даже любую обычную, там, но нужно очень много документов. Ну, то есть, если у человека, ну, есть гражданство, ну, то есть, если человек гражданин вот этой страны, то ему там нужно, ну, паспорт там и все, нахуй. А если человек гражданин другой страны, то ему нужно оформлять очень много документов, то есть, ну, разрешение на работу, вот это там, ну, патент, и еще там, ну, предоставить дохуя документов. Естественно, у меня все этого не было, ну, потому что для оформления всего там нужно очень много ебаться там со всеми вот этими документами, со справками, и, ну, нужно платить за вот эту хуйню, да, ну, то есть, в удивительстве, для того, чтобы, ну, работать в другой стране, нужно, ну, платить вот за вот этот, ну, патент, вообще, ну, полнейший, ну, пиздец, ну, казалось бы, ну, то есть, и вот, да, дорогие друзья, естественно, нормальные варианты мне вообще не было возможности, но рассматривать, ну, потому что я знал, что у меня нету никаких документов, то есть, ну, чисто, ну, паспорт и все. Везде, ну, куда я не звонил, меня слали нахуй, вот, ну, то есть, слали нахуй, ну, потому что говорили, ну, то есть, ты не гражданин страны, а, значит, иди оформляй вот эту всю хуйню, там, ну, патент, там, бля, ну, который, там, нужно платить за нее, ну, каждый месяц, ну, то есть, ну, полнейший пиздец. И, естественно, я начал вот искать, ну, какие-то там, ну, все мы знаем, что есть вот такая, ну, работа, как там
официально, а есть неофициально, где ну, ты чисто пришел там, и ну, тебе там заплатили чисто на руки, выдали и все. Ну, то есть это есть в любой абсолютно стране, даже там в Америке, бля, не проблема устроиться неофициально, где ты там вообще не будешь оформлен, бля. Ну, естественно, зарплата там намного меньше, то есть зарплата фактически вообще там, ну, хуйня, чисто на пожатие все. Ну, у меня варианта, естественно, не было там выебываться еще. Ну, потому что я, ну, познакомился с женой там. И мне нужны были деньги, естественно. И вот там, ну, поискал в интернете, там, дохуя объявлений, я сразу искал что-то в стиле там, но работа неофициальная там. А сам, ну, если там еще с оплаты, ну, каждый день, это вообще заебись бы было. Ну, такое вообще встречается очень, но редко. Не несмотря на то, что там, даже если вы там ведете в угли именно, но работа с ежедневной оплатой в объявлениях будет написано одно, а в реале, вот, ну, когда вы позвоните, или еще хуже, ну, когда вы придете на собеседование, ну, пройдете там свое время, пройдете деньги на билет, ну, приехал туда, вам скажут, да, бля, это объявление вообще не мы, ну, давали, у нас там зарплату выплачивают не то, что ну, каждый день там, а вообще там, ну, раз в месяц, то есть там же есть вот такая хуйня, то есть объявления дают не сами вот эти компании, а вот эти, они там нанимают людей, ну, которые, ну, по сути, ну, пишут то, что люди хотят увидеть. То есть там, бля, чуть ли не то, что вам там выдадут личную секретаршу, которая вам будет сосать хуй. Ну, это ну, полнейший, ну, пиздеж. То есть этому верить нельзя ни в коем случае. О, в общем, дорогие друзья, нашел я. Ну, то есть я лазил, смотрел объявление, вот нашел я там одно объявление, ну, которое меня устроило. То есть, опять же, ну, повелся на вот эту хуйню, но тогда я еще не знал, что это все ну, полнейшее ну, пиздобольство. То есть, ну, там было написано что-то вроде или фасовщик, или грузчик на склад. То есть, да, там сейчас многие скажут, ебать, уебищно на работу. Но мне было абсолютно ну, похуй. То есть, естественно, там уборщицей в Газпром бы меня никто не взял. Ну, естественно, я читал там, сколько зарплаты, и там вот зарплата меня очень удивила, ну, потому что она была там на порядок выше, чем средняя, даже официально. И, ну, нормальный человек бы сразу там смог определить, что это наеб. Но такой долбоеб, как я, не смог. В общем, там было написано, зарплата что-то, ну, 3 или 4К в день и с ежедневной оплатой. Естественно, я ну, повелся, ну, позвонил, ну, ну, туда, бля. Но если бы я на тот момент знал, чем же это обернется, я бы никогда не позвонил, естественно. В общем, дорогие друзья, ну, прихожу я там, назначили мне тут собеседование, ебаное, бля. И вот, ну, пришел я, и мне говорят там, ну, какие у вас там документы есть, я говорю, ну, чисто, ну, паспорт и все, ну, больше никаких, нахуй, ну, то есть, никакого там, ну, разрешения на работу, никакого, ну, патента, ну, в объявлении, опять же, было написано, что нихуя не нужно, ну, кроме, ну, паспорта, ну, то есть, ну, пришел там, ну, показал все, нахуй, ну, тебя сразу, ну, повели там на вот этот завод в тот же день, ну, по крайней мере, я так себе это представлял, ну, нихуя, как оказалось, она ему потребовала еще медицинскую книжку, медицинскую книжку. То есть она спросила, у тебя есть медицинская книжка? Я, естественно, говорю, нет, ну какая нахуй медицинская книжка? То есть, ну ты мое ебало видела, то есть даже если б я хотел его получить, мне бы никто не выдал, что я там абсолютно здоровый. Вот на что она мне сказала, ну, есть возможность оформить ее, ну, прямо у нас, ну, прямо у нас. Естественно, нормальный человек сразу там, бля, заподозрил что-то, ну как это, если это обычная, это, ну, контора, какая-то обычная секретарша, ну как она эту медицинскую книжку сделала? Ну, естественно, все мы знаем, как вот в странах СНГ, ну вот это, ну, бюрократия там, что можно, ну, купить абсолютно любую справку, и вот, естественно, она мне говорит, там, можешь оформить через нас. Ну, она говорит, если у тебя есть, то ну, принеси. А если у тебя нету, то можешь оформить через нас. То есть заплатишь, мы тебе сделаем. Я естественно, говорю, ну, заебись там, что мне для этого нужно.
И тут она сказала, ну, типа, ну, плати, ну, 3К, и я, ну, тебе сделаю медицинскую книжку, то есть. Ну, я думаю, ну, ладно, там, хуй с ним, ну, 3К, вообще, ну, копейки для меня, учитывая, что я буду там, ну, каждый день, ну, 3К зарабатывать. Ну, то есть, на тот момент я так думал. Я отдал ей, ну, 3К, она мне там сказала, бля, через несколько дней, ну, приди уже чисто, чтобы устроиться на работу, то есть, мы тебе сделаем медицинскую книжку, бля. В итоге, там, через 2 дня я, ну, прихожу, нахуй. А вот там, ну, когда я устраивался, ну, то есть, там было такое задание, ну, как бы, там висела, ну, табличка, то есть, с названием вот этой, ну, компании, там, то есть, выглядело все там очень серьезно. В итоге, ну, прихожу через 2 дня, и на вот этом же здании уже этой, ну, табличка вообще, ну, нет, вообще нихуя нет, то есть, абсолютно, ну, пустое, чистое здание. Естественно, я охуел, а как так наебало, бля, шлюха ебаная, я звоню на вот этот номер, он отключен. Абсолютно отключен. Но потом, там, через неделю, мне удалось связаться с ней. Она начала нести, ну, какую-то хуйню в стиле, ну, какие-то, ну, непредвиденные обстоятельства. Вот, но приди. Там, она назначила мне время, и я верну тебе эти деньги. Я, естественно, ну, пришел и охуел. То есть, там возле этого офиса стояло вообще 100-500 людей, ну, помимо меня, то есть, еще, ну, кроме меня, она наебала еще там человек, бля, не знаю, человек 100, нахуй, человек 100. Я, естественно, охуел, бля, ну, как так, то есть, ну, естественно, в глубине души мне было, как бы, не так обидно, что не один я долбоеб на это, но повелся, то есть, там еще было 100-500 вот этих, вот таких же, блядь, как, ну, гастарбайтеров, бля, ну, как и я. И, естественно, там были, ну, люди самых разных возрастов, и взрослые там, нахуй, и вот такие вообще там, ну, то есть, я бы никогда не подумал, что они, ну, пришли устроиться, то есть, все, ну, повелись на вот эту цифру, там, ну, 3-4К в день, естественно, то есть, это было в Питере, и даже официально я бы не сказал, что легко найти вот на работу, где будет зарплата, ну, 3-4К в день. Естественно, вот эти люди, ну, тоже, ну, повелись, и, естественно, они, ну, пришли, охуели, а таблички-то уже нет, вот эта шлюха, ну, кинувшая всех, она уже съебала там. Все там начали объединяться, говорят, там, давайте вот, ну, пойдем в полицию, там, напишем заявление на вот эту, ну, пизду, бля. Ну, естественно, я как человек, ну, который вообще не склонен к вот этому, ну, какому-то, знаете, взаимодействию с людьми, мне, естественно, было жалко, ну, проебанных денег, тем более это были мои, ну, последние. Ну, идти с ними я не стал, естественно, потому что я не люблю вот эту всю хуйню, что связано с взаимодействием с людьми, ну, то есть вместе с ними идти там, это нужно. У них все вот это спрашивают, там, что там нужно, ну, куда идти. Ну, естественно, я махнул на рукой и, ну, пошел, ну, домой там со сознанием того, что ебать я долбоеб. То есть меня наебали нахуй на 3К, на 3К. Ну, это для меня это были большие деньги, ну, тем более это были, ну, блин, чуть ли не последние деньги. Ну, конечно, было очень обидно, но после этого. И, ну, естественно, я думал, а что бы было, если бы я сказал, что у меня есть медицинская книжка? То есть, наверняка, тут два варианта. Либо она бы там сказала, ну, то есть, она же, ну, понимает, что у меня наебать не получится, если у меня есть медицинская книжка. Она вполне мало почему, ну, какие-то документы, ну, придумать. Либо бы она вообще вот эту медицинскую книжку у меня забрала и в итоге съебала вместе с ней, что, впрочем-то, было, наверное, еще обиднее, чем если бы вот как так получилось. То есть медицинскую книжку я же там нелегко оформить. То есть там же она вообще, там, бля, вот это, ну, бюрократия, в итоге она помогла на документ наебать. Это же вообще наполнение. А если бы она вообще там, ну, паспорт попросила, она что, вообще съебалась с моим паспортом? А вообще нахуй полнейший пиздец. В общем, можно сказать, легко отделался нахуй. В общем, было такое видео. Если вам понравилось, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. До встречи в новых видео.